главный главнокомандующий. Личный состав Министерства внутренних дел для своего осмотра готов. Докладывает министр внутренних дел полковник Иван. Вольно? Вольно! Дальше будет лучше. Завтра об этом позаботимся. Это спецмашина «Автозак», новая. Ну, давай. Не сможем собраться, но думаю, что они подходят. Заступили, да, на свою дежурство. Их оборудуем радиостанциями. Закупили радиостанции больше 80 штук. И верхнюю балку. Машины, Гагринского канала. 49 единиц автотранспорта пришло. Это за 2020 год. За 2021 год мы ожидаем около 70 единиц автотранспорта. И за 2022 год ожидаем около 60 единиц автотранспорта. Материально-техническое обеспечение Министерства внутренних дел в разы выросло. Форма, автотранспорт, спецсредства. То есть в рамках соглашения между Республикой Абхазия и Российской Федерацией, что было подписано, материально-техническое обеспечение поступает вовремя, и плюс увеличилась заработная плата, что является ключевым составляющим данного соглашения. Все идет в порядке договора предусмотрено. По горорганам мы будем распределять, уже большая часть распределена. Все имеют в достатке автотранспортные средства. Те, которые будут новые поступать сюда, они будут уходить в резерв Министерства внутренних дел и будут распределяться по мере необходимости. Самое главное сейчас мы хотим увеличить патрули на республиканской трассе. И, естественно, в горорганах, городах и в районах увеличились автотранспорт сотрудников органов внутренних дел.